Глубоко уважаемые коллеги, дорогие друзья, приближается наш профессиональный праздник, День медицинского работника, и в канун этого праздника мне от всей души хочется поздравить всех сотрудников университета, всех студентов, преподавателей, врачей, медсестер, младший медицинский персонал с этим замечательным праздником. Я хочу сказать, что авторитет медицинского работника, он всегда был высокий. Но нужно честно сказать, что последние десятилетия мы видели что-то, так сказать, повышение требований к медицинскому работнику, а в то же время, так сказать, ну что ли, такое недостаток социального внимания к врачам, к медсестрам. И вот этот диссонанс между требовательностью и вниманием, он иногда вызывал даже некую профессиональную обиду с нашей стороны. Но я хочу сказать, что последние полтора года очень серьезные испытания, которые выпали на долю всего мира и нашей страны в частности, совершенно изменил отношение к врачам, понимание важности медицинской специальности, ее значимости для каждого человека. И, по сути дела, все врачи, все медсестры любой специальности продемонстрировали образцы самопожертвования. Мы знаем, что вот эта пандемия, которая коснулась практически каждого, она привела к тому, что всем врачам, всем нам пришлось идти, независимо от специальности, всем пришлось идти в красную зону. И вот это такая, что ли, доля, которая определена нашей медицинской специальностью, она привела к тому, что люди поняли, что в стране и у каждого из них есть люди, которые готовы жертвовать собой ради здоровья и жизни других. И я хочу сказать, что наш университет, по сути дела, обе волны работал в режиме ковид-центра. Мы спасли более 4000, пролечили людей, больных ковидом. И это было очень серьезное испытание. На сегодняшний день практически половина наших людей переболела, где-то 48%. А половина, мы очень надеемся, что привьется и сохранит здоровье и возможность дальше работать. Я от всей души вас поздравляю, я от всей души желаю каждому из вас здоровья, каждому из нас здоровья, успехов, признания важности нашей специальности, уважения в семье, уважения среди друзей, уважения в обществе. Я убежден, что мы, какие бы нам испытания дальнейшей жизни готовил, все мы их переживем и одолеем. На то он и первый медицинский университет, который в сердцах, умах и памяти любого горожанина сохраняется как город здоровья, как город, где тебя окружат заботой, высоким профессионализмом, и ты будешь иметь наибольшие шансы на спасение. Я от всей души поздравляю вас с наступающим праздником, Днем медицинского работника, и убежден, что каждый испытывает гордость за то, что работает в нашем университете. Здоровья вам, здоровья вашим семьям, здоровья вашим близким, детям, родителям. Пусть нас минуют те тяготы и лишения, которые были в 2020 году. Поэтому с наступающим праздником, дорогие друзья!